Джерри ЛФМ. У нас в гостях самый смешной человек в мире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Бен Стиллер. Добрый вечер. Бен Стиллер. Не, мне кажется, Паша более смешнее, чем Бен Стиллер, поэтому я тебя переименую. Ребята, привет, мои хорошие американцы. Здравствуйте. Доброе утро, вечер. Время суток, в зависимости от того, как вы смотрите. Часовые пояса сумасшедшие. Мы все уже пьяные. Давай вопросы. Итак, вечеринка Russian Touch. Ну как вам в Майами? Отлично вообще Майами, прекрасно. Сплошная водка. А что самое лучшее пока что в Майами? Пока погода. Погода самая лучшая. Через 10 минут я встану и начну играть. Вот это тоже хорошо. У нас в гостях Павел Воля с проектом No Passport. No Passport. А расскажи немножко про этот проект. Не с этим проектом. Мы представим один трек сегодня, который называется «Америка». Посвящен, собственно, да, USA. Это будет 10 треков про 10 стран. Америка – это второй трек. Первый был Индия. Индия, Америка. А какие еще там страны? Да, и дальше будет еще 8 стран. Будет Европа, будет Южная Америка. Будет куча стран. А какая твоя любимая страна? Россия, и все закончится. Это будет 10-й трек. А какая после России? Молдавия. Молдавия. Я никогда не была в Молдавии. Послушай, это не то чтобы любимая страна, но сейчас просто из Молдавии услышим, люди скажут, ну, заебись. А что ты хочешь пожелать нашим русско-американским телезрителям? Дорогие мои русско-американские телезрители, я вам хочу пожелать здоровья, счастья, любви, удачи. Пускай у каждого будет Феррари и грин-карта, и ничего вам за это не будет. Итак, у нас в гостях Паша Воля, я диджей ЛФМ. А можно тебя поцеловать? Да. С языком? Ну, как ты хочешь. Хочу с языком. Давай. Макс ТВ, вот это было очень сексуально. Майами. Круто. Очень приятно быть с вами в Майами. Добрый вечер.